Так, Сатурн. По-моему, с Сатурна все время надо начинать съемки. Посмотри, какая прелесть. 22:26 по Киеву в Харькове, 3 августа 2020 года. И вот спрашивали меня, почему Титан не вижу. В окуляр вижу, вот сейчас он слева от Сатурна. Почему его не видно на экране? Не могу сказать. У нас сегодня полнолуние. У нас сегодня Меркурий. В перигелии. Кому это интересно, вечером, да? Завтра 4-го я его сниму. Ну, он уже на ближайшем расстоянии от Солнца, то есть имеется в виду. Соответственно, лучше его видно будет. У нас штиль отлично. Как для съемок, так и для комаров. Так, поехали. 1 миллиард 349 миллионов километров до Сатурна. Зафиксировали. Делаем анзум, как это сказать, зум назад. Нет, звучит плохо, зум назад. Зум, обратный зум, пускай будет так. Вот у нас сейчас в одном кадре я в окуляре вижу. На мониторе не видно, да? Ну ладно, верим мне на слово. Справа Юпитер, слева Луна, посередине Сатурн. Вчера было сближение. Луны с Сатурном, который я благополучно профукал. Ну, ничего, вчера, позавчера снял. Подожди, подожди. В общем, сближение Юпитера, на которое я сейчас пытаюсь навестись. Сближение Юпитера с Луной снять мне удалось. Или Луны с Юпитером. Там как приоритеты раздаются, расставляются. Не могу сказать. Сейчас по чайной ложке. Ну, тут двойная синхронизация, чуть-чуть объективом наводишься, чуть-чуть треногой шевелишь. Так. Вот так. Это у нас Ганимед. Ганимед, ребята, это спутник Юпитера, самый крупный из 64. И из 4 галилеевых, которые мы можем наблюдать наши доступные нам оптические приборы. Чтобы было понятно размеры Ганимеда, меня девушка спрашивает, почему не видно Марс так хорошо, как Юпитер, он же ближе. Да? Марс ближе, Марс 100 километров, миллионов от Земли, а Юпитер 629 на данный момент миллионов километров. Но, ребята дорогие, он в 20 раз больше Марса, в 20. Вот это спутничек, который справа сейчас от Юпитера, Ганимед, он равен Марсу по размерам. Вот если бы Марс был на таком расстоянии, он бы ровно так и выглядел. Так, а слева у нас от Юпитера сейчас Ио. Ой, Ио. Сначала Европа совсем уже касается Юпитера. Потом идет Ио. И Каллисто замыкает.
все это шествие. Где ты, где ты? Не сбегать. Да, ну сейчас даже на ветер пожаловаться не могу. Все, что дрожит, это просто я такой криворукий. Вот какая красота. Да, Ганимед 5 с лишним тысяч километров в диаметре. А Юпитер, родненькие мои, 139 тысяч километров в диаметре. Земля для сравнения 12 тысяч километров в диаметре. Так, ну что, у нас сладенько у нас. Виновница торжества, полная луна. Вот она наша лапочка. Ах, это я комара убиваю. Ну или, не знаю, аплодирую их храбрости. Вряд ли я хоть кого-то из них даже повредил. Палки опять у нас на дерево наезжает луна. Ну ладно, луна таких размеров. Луна у нас 389 тысяч километров сейчас от Земли. И стремительно приближается. Обожаю этот момент. Вот это когда зум оптически переходит в цифровой. И резко даже без механической жжения. Мы скачкообразно оказываемся на Луне. Ну что, прилунились. Есть все-таки небольшая дымка. Предыдущий дубль делал традиционно на самых низких настройках. Полосы Юпитера были не очень хорошо видны. Была недавно съемка, просто фантастически классно было, были полосы видны. Несколько ярко, четко, контрастно. Объекты. Давай сейчас куда-то пойдем поищем. Аристарх наш. Где? Вот Аристарх. Вот он наш Аристарх. Ну и да, опять он выглядит как клякса. А на предыдущих съемках был как круглый кратер. Что значит освещение? Игра света и тени. Оп! Может даже стоит на фоне веток оставить, чтобы видно было, как движется луна. Ветки тополей нам помогают понять скорость движения. О, и птичка пролетела по луне. Отличный кадр. На фоне луны, конечно. Не будем никого вводить в заблуждение. О, а это, по-моему, Тихо называется кратер. Уже один из самых приметных. От него вещество разлетелось, следы оставило практически на всю поверхность луны. Звезда расходится. О, а тут мне кошечка видится. Маленькая кошечка такая сидит и смотрит на нас глазками. Хвостик он сзади темненьким нарисован. Давайте сейчас тест Роршаха подсдаем. Туда в прошлый раз не прошел. Ладно, сейчас будем на других настройках еще снимать. С этим дублем пока все.
Не хочу так на темном заканчивать. Давай еще раз луну приблизим. И засчитаем время. Так, 3 августа 2020 год, Харьков, 22:37 по Киеву. Будем ждать восхождения Марса через 20 минут. А в 2 часа ночи, надеюсь, погода позволит, хочу снять сразу в одном кадре Юпитер, Сатурн, Луну, Марс и Венеру. А потом еще Меркурий вылезет. Удалось снять Меркурий, кстати, мне наконец-то. Месяц за ним охотился. Самолет летит. Снимем самолет. Видно, да? Мигает. Ну, от самолета ничего не видно, но это он. Либо НЛО. Все, завершили.